Здравствуйте! Вы набрали код 812. Сегодня 22 августа. В этот день, в 1885 году, впервые в России был открыт кружок любителей атлетики. Общество было открыто в квартире доктора Владислава Краевского, которая находилась здесь, в доме 3, на площади искусств. Краевский, испытав на себе благотворное влияние упражнений с отягощениями, решил повсеместно распространить свою систему в России. Глубокие познания в области медицины, психологии, истории физической культуры, методики применения физических упражнений и организаторские способности вселяли в него уверенность в перспективность задуманного начинания. На открытии кружка присутствовали коллеги по профессии, известные столичные врачи, репортеры крупных газет и в качестве приглашенного гостя Шарль Эрнст, цирковой силач из Берлина. Владислав Францевич произнес речь во славу атлетики и сделал особый упор о необходимости оздоровления русской нации путем привлечения всех слоев населения к занятиям атлетизмом. После этого Шарль Эрнст показал свои силовые номера и, как бы теперь сказали, произвольные позирования. Вдоль стен на специальных подставках располагались гантели, гири и штанги различного веса. Пол был покрыт толстым мягким ковром, на стенах висели фотографии знаменитых русских и иностранных атлетов. По отзывам современников, это был лучший в Европе зал для занятий атлетизмом и борьбой. Краевский не делал никакого сословного различия между членами кружка. Среди них были чиновники, артисты, студенты, профессора, мещане и рабочие.